Так, хорошо. Так, и у нас Майя. Все, забыли эту партию, она была, есть и будет. И у нас Майя. Это часть нашей, ну, жизни, поехали. Часть опыта. Ну что это такое? Я не хочу брать эту пешку. Майя значит Майя. Давайте как-нибудь так пойдем. Не берет пешку она. Ну идти хорошо. Боковые варианты — это не для меня. Хорошо. Давайте тогда центр сразу как-то попробуем занять. Хотя получилось, честно говоря, такое себе. Хорошо. Да, у черных здесь проблем нет. Слон g5, наверное, нет. Слон d3 тоже нет. d4. Ладно, слон g5. Сюда. Взяли так. Ну, давайте сгоним ее. Слон e7? Нет. Нет, не угадала. По крайней мере, попробуем согнать. На этот ход сюда просто отходим. Не, с Майей вряд ли. С Майей у меня разгромный тоже счет внизу. Это видит. То, что люди больше всего да. стремятся сохранить и меньше всего берегут. Это лихо Майя так берегите пошла. Себя и своих близких. Спасибо. Я тут не хочу терпеть ее. Спасибо большое. Коня. Да, ну и попробуем уйти в классическую голландку. Штука в нашей жизни. Слон у нее пока не работает, она может так пойти. Класс. Вроде позицию получили неплохую. Так, ну слон f5, очевидно, да? Ну, давайте возьмем. Очевидно, но факт. Я думала, может, сюда без коня на поле g4 перенести. У нас тут ферзь все держит. Хотя, с другой стороны, вроде он тут нормально стоит. Пусть сначала его прогонят, так, а потом так. уже я смогу его и на e4. Хотя, с другой стороны, пока он вроде хорошо все спокойно. Будет стоять. Там d5 будет. Все хорошо. Пока что сыграем ферзь b3. На всякий случай смотрим на пешку. Возможно, хочу уйти в 3-0. Не знаю, ну и давайте 2-0. Соперник. Все понятно. На этот ход вперед просто пойдем. Нет. Или слоном. Не ну, знаю, давай, ладно, пока не пойдем. Решил еще. Быстрее. 3-0, давайте. Интересно. Вопрос, как мне теперь коня доставать? У меня тут пешка висит. Опять. Ну я пока короля уведу. Так, ушел. Чтобы все-таки не было никакой... Бабочки здесь не прилетело. Давай, да, я хотела вести коня на поле e4. Так, конь думаю, пошел назад. Поведу. И еще хотела я сыграть f3, h4. Ну, давайте усилим открывать. Здесь давление. Может быть, просто нагло потом давайте b5 f3. Пойдем. Понятное дело, он хочет b5, скорее всего. Ну, давайте b5, вперед. Тоже буду давить. Но я хочу h4, конечно же, это моя основная b5 идея вперед. Здесь. Сыграть h4, пешка подвисает попробовать здесь. Линию h. Ну, даже если h я не открою, то линию f тоже будет. Шах можно пользу дать будет. Какой-то. Или так пойти вперед. Кстати. Взяли. Взяли так, пешкой. Так, Николай думает. Николай напали Дубовик на коня, думает, потом что сюда. Же делать? Давайте вперед. Сыграл вперед. Хороший ход. А если так, уходит и да, сюда. Давим дальше на эту пешку. Пытаемся вскрыть линию c. Напала знаю, на ферзя. Это может быть очень плохо. Можно пойти например, так, 6, 7, 5. Но тогда она просто защитит он там, коня. Например, коня 6 поэтому пойдет, я думаю, надо дать шах. Взятие. Мне так кажется. Чтобы она не успела сделать этот ход. И попробовать продавить здесь где-то. Так. Раз, два, три. Так, ну раз, что мы видим? Два, три. Почему у черных здесь атака? Этого не должно было быть. Правда, БЦ на этот ход сюда она может пойти. И что я буду делать с ладьей? В эндшпиле пешки А, С и пешки Е будут обозначены слабостями. Может быть, сейчас самое время возьмет, коня вывести тогда? Я сыграю конь Е4. Сюда перевести. У меня есть классные брать, поля, куда может, станут свои слон. Фигуры. Конь Е4 да, вообще... Да, самое время, мне кажется, коня вывести. Даже можно сейчас, наверное, так и сделать. И заодно ладью куда-то на b8 поставить. Да, давайте конь Е4. Ну, в том числе против хода конь C5. Так, конь пошел. Правда, если он сыграет защищать конь B6, коня, что мне делать? Или куда-то еще. G3 или вот это поле пойду, взять например, под контроль, да? Ой, ферзь поймается, так, поэтому а что на конь b6, интересно, сыграет или нет, потому что ферзь поймается. А что делать? b8? Возможно, такой просто ход есть. Уходить я сюда, ладьей, чтобы убегаю. Поле на f8 или было сразу ладья, напасть сюда? На слон. А, нет, сюда... Ну, на вот этот ход у меня ферзь не ловится ли? Ладья b8? Я бы пошла. Ладья b8? Так, я хожу ладья b8, она ну, ходит знаю, g3. G3, ферзь f8. H4. Она ходит g3. Там уже я бью. Иду атаковать. Она бьет сюда. Наверное. Не факт. Так,
Я отхожу сюда с нападением, у нее висит Знаете, ферзь. Я просто сейчас сделала... Я заберу слона. Давайте попробуем. Ладно. Не знаю. А, он не заметил? Долго я продумал. А что он будет делать на g3? Мне кажется, можно так. А если беру? Наверное. Я точно не я знаю. Я могу взять. Подождите, я могу взять, как бы, да, на b8. А могу просто уйти. Я предполагаю лишь. g3 вот так вот, беспощадно. По Давайте крайней мере, линия Б открылась. Николаем, есть какие-то контршансы. Так, и она все. Отходит. И с ферзем-то проблемы. А вот этого я, конечно, ладья не ожидал, то, что ну, она король отойдет. Король Б2 даже заберу. Чтобы на ладья Б8 выйти короля 1. И что мне теперь делать? И все, проблемы у ферзя. Ферзь. И что мне теперь делать с ферзем? Задам себе один вопрос. Что ты будешь делать дальше? Я-то думал, я сюда убегу ферзем. Я думаю, сюда он не могу, не сюда не могу, сюда не могу. Ферзь. Ну, давайте шах. Да. Не знаю, здесь что я хотела делать. Именно король b2 забрать. Король b2. На ладья b8, так, король шах. 1. Так, а что ты теперь будешь делать? Соперник? Убегает она везде, да? Ферзь-то поймался. Ага. Еще плюс у меня лишняя ладья. Отлично. Везде она убегает. А, ферзь не поймался. Подождите. Могу сюда уйти? Ферзь да, давайте есть пока ход. Сюда уйду. Видел? Но я думал, на взятие Моя, я так... Радуешься. Ну, как-то получается, не, что... Все равно лишний материал есть, да? Получается, ладья за пару например? Пешек? Ладья... ладья. Ну, наверное, да. Давайте и у меня времени совсем размен. Нет. Так, она меняться? Нет, нам меняться нельзя. Да, естественно, размен мне отклоняет. Наверное, но здесь, опять же. Сюда-сюда, нормально да, же. Какое-то а, слово паразит. Да не, нормально. Там, если будет ферзь f3, так, ладья f1, и потом конь f7 с вилкой будет, поэтому нельзя. Давайте доходить. Как-то свяжем. А конь f7 что? Ну, слишком плохая шах. Позиция у черных. Отхожу. Беру. Угу. Так, ну ладья d1 напрашивается, связать фигуру. Так, что отхожу. Дальше будем делать? Он вроде как ушел. g4 тоже напрашивается. Отхожу. А здесь я думала что-то типа такого хода, либо ладья d6 тоже напрашивается. Так, как будет сильнее? Ну, ладья d6, может быть, даже слон f8, там какие-то жертвы еще могут быть. А давайте... подождите, ладья d6 он же просто берет. Ай, ладьей другой на b8. Так, да, конечно. Ладно, сюда пошел. Ой, зря, я думал она... Забрали просто Ой. Все у черных. Остался Ладно, ферзь, сдался. Все. Думал она конем возьмет, и я так. Хорошо, пойду. Есть победа. Как вам понравилась Дайте запущу такая анализ. Игра или нет? Я вот хочу что сказать. Ой, блин. Знаете, в чем сейчас проблема?